Ольга Бузова заявила о своем желании податься в политику. Вчера Ксения Собчак официально объявила о своем решении баллотироваться в президенты. После этого в сети предложили сделать ведущую Ольгу Бузову премьер-министром. Вчера было опубликовано открытое письмо Ксении Собчак, о котором она официально заявила о своем решении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она также разместила свое первое предвыборное видео в соцсети и призвала голосовать за нее. Эта новость довольно бурно обсуждается в сети. Пользователи и вовсе предложили сделать ведущую «Дома-2» и начинающую певицу Ольгу Бузову премьер-министром, в том случае, если Собчак станет президентом. Ольга в скором времени отреагировала на инициативу пользователей и заявила, что не исключает возможности податься в политику через некоторое время. И к последним новостям страны. «Я подожду 4 года, мне пока только 31», – заявила Бузова в микроблоге. Поклонники сразу же отреагировали на пост Ольги и стали пророчить ей президентское кресло. «Оля, только вперед! Однозначно, мой голос за тебя!» – писали они. Зная упорство Ольги, которая является не только ведущей и певицей, но и за последние несколько лет стала дизайнером, актрисой и писателем, можно только догадаться, какие цели ставит перед собой Бузова.